Всем привет, господа, заправляется Volkswagen Transporter 2014 года выпуска с объемом мотора 2 литра дизель, который выдает 140 лошадиных сил. На коробке робот, два владельца ПТС оригинал, пробег 203 тысячи километров. Чистенький, аккуратный задний салон. Также с двух сторон открываются двери и также есть третий ряд. Переднее сиденье также у нас в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. Два электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом зеркал. Также блок управления светом. Хорошая штатная мультимедиа. Также стабилизация, ДСГ. Обогрев заднего стекла, хорошая теплая печка. Розетка 12 вольт. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контакты данных можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе Тердын либо Автокредит. А находимся мы по адресу Студенческая 2, автосалон Дипавто. Всех ждем.